Сегодня у Гомеля прошел областный день резервиста. Его удельниками стали студенты старейших курсов высших научных установ региона, которые включены у перспективный кадровый резерв облвыконкама. Чему и как учат будущих керовников, поцікавився Олег Сенцеров. Их 33 студенты, которые после закончения ВНУ будут претендовать на посады керовников разного уровня. Практика створения перспективного кадрового резерва на Гомельщине существует с 2010 года. За этот час частка резервистов перших составов уже заняла керующие посады в разных организациях. У вугоде для того, как трапить в ответственный список, необходимо проявить себе еще на первых курсах научальной установы. Немаловажно, что тот человек, который будет находиться в этом резерве, должен обладать лидерскими качествами, организаторскими качествами, активно участвовать в мероприятиях, в конференциях, ну, быть активным, по сути, и в учебе, и вот именно в работе. У сегодняшней программе Дня резервиста – встреча с представниками облвыконкама и областного совета депутатов и выступление психолога. А прича того, резервистам пропоновано обмерковать питания, за якими они могут сутикнуться на керуючей посаде, как заховать лидерство, деловый этикет и 9 основных правил поводину керуникам. Кадровый резерв помогает совершенствовать свои навыки лидерства, навыки управления, навыки выступления на аудиторию, помогает вот саморазвиваться в сфере управленческой. Когда у первой половины дня головным чином теоретичные занятки, то у другой практикум, причем наведывание предприятия имело на увазе одразу несколько задач, начиная с самой элементарной – знакомства с творчеством. Потенциальный керовник должен быть усебаково развитым человеком. С этой нагоды для резервистов организовали экскурсию на акционерное товарищество «Гомсельмаш». Как выяснилось, будучи юристы, наставники и медики об работе реального сектора экономики ведают не вельми шмат. Еще одна мета – ознакомление с практикой работы с конкретными людьми. Непосредственно на Гомсельмаше молодой специалист может претендовать на керующую посаду уже ниже про 2-3 года. Але для этого недостатково иметь только ответную квалификацию. После завершения дня резервиста его удельники скажут, что знаходжение у перспективном резерве кадров Гомельского облвыконкама – это махчимость не только профессионального роста, але и самоудосконаливания. Это уникальная возможность познакомиться с системой вертикали власти. Это уникальная возможность увидеть весь аппарат административный воочию, хотя в частности это исполнительная власть. Лидер – это в первую очередь лицо, которое постоянно совершенствуется. Это не только высокоинтеллектуальное лицо, не только высокоэрудированное лицо, это лицо, постоянно совершенствующееся. И это лицо, которое вышло из народа и работает для народа. Олег Сенцеров, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».